Всем привет! Сегодня снимаю видео о своих запасах уходовых средств. Первое, что покажу, это шампуни. Шампуни и бальзамы. Вот такая есть у меня парочка. Это серия от Natura Камчатка. Шампунь и бальзам для волос «Снежный бриллиант». Эффективный объем и пышность волос. На основе белого камчатского подснежника и сибирского эдельвейса для тонких, лишенных объема волос. Здесь объем 280 мл, как в бальзаме, так и в шампуне. Слышала неплохие отзывы на данное средство, поскольку в составе отсутствует СЛС и парабены. Но пока еще не пользовалась, жду, когда же начну все-таки уже использовать это средство. Следующее. Серия это Этнобатаника, шампунь и бальзам укрепление от корней до кончиков для ослабленных и склонных к выпадению волос. В составе цветок тиаре, ягоды асаи и масло макадами. Объемчик здесь тоже в принципе небольшой. В шампуне 250 мл, в бальзаме 200 мл. Когда-то у меня был уже такой набор, я осталась в принципе довольна, но единственное, мне бальзама не хватило. То есть бальзам закончился раньше, а шампунь я уже использовала с другим бальзамом. Неплохое средство, могу рекомендовать и тоже жду, когда же я уже наконец-то начну им пользоваться. Следующее, это тоже давно-давно уже мой желанный, так скажем, продукт, который я хочу попробовать, это опять же Faberlic компания, Salon Care, шампунь питательный для всех типов волос и бальзам. Также не содержит в составе СЛС и парабенов. И в общем, очень хороший, я слышала отзывы на данный продукт, но пока тоже не пользовалась, хожу и смотрю, жду, когда же все-таки мои баночки, которые сейчас открыты, придут к своему логическому завершению. И я уже начну пользоваться этими средствами. Следующее. Никогда не пользовалась, по крайней мере, не помню, чтобы у меня были эти средства. Это Schwarzkopf Glisskur, шампунь экстремального восстановления и бальзам, тоже экстремальное восстановление. Купила, потому что была очень хорошая цена. Здесь было, по-моему, 199 рублей была стоимость этого набора. И позиционировалась как скидка 100% на бальзам. То есть якобы вы покупаете шампунь вот за эту сумму, ну, 200 рублей, грубо говоря, а бальзам вам достается в подарок. Не знаю, даже отзывы не читала нигде, просто увидела и схватила и побежала, как сумасшедшая. В общем, что с нами не делают маркетинговые уловки, но все-таки действительно они на нас действуют. Купила, но пока не знаю. Заявляют, что для сильных поврежденных, для сильно поврежденных и сухих волос, якобы концентрация трех жидких кератинов в составе. Но посмотрим. Пока, скорее всего, пользоваться буду еще пока не скоро, потому что здесь есть средства, которые уже по срокам годности подходят, уже ближе, и, скорее всего, я буду их пользоваться. Это, конечно же, компания Faberlic. Их я буду использовать в первую очередь. Avon. От компании Avon у меня есть вот такая тоже парочка. Это из серии Advanced Technique. Ополаскиватель для поврежденных волос и шампунь для поврежденных волос с кератином. Мгновенное восстановление. 7 проблем, одно решение. По 250 мл здесь объема. Не пробовала, не пользовалась. Тоже жду, когда же все-таки я уже начну их тестировать. Так, опять же, компания Avon. Сейчас я выставлю. Так, это у нас, опять же, серия Advanced Technique. Шампунь для всех типов волос, ополаскиватель. Это у нас бальзам. И две маски у меня получилось. По 250 мл шампунь и бальзам. 250 шампунь и ополаскиватель, бальзам 150, а масочки у нас по 150 мл тоже. Ну, заявлен как бы как BB, 10 в одном, но не знаю, пока не пользовалась тоже, отзывы не читала, пришел он мне за выполнение каких-то условий, я уже не помню каких именно. Ну, тоже буду
пользоваться. И ставила камеру, потому что не все попадает в объектив. Следующий набор, который также я буду использовать для волос, но он, естественно, и заявлен как для волос, это от компании Belita Vitex кумыс, шампунь-крем с натуральными ингредиентами укрепления волос и бальзам, тоже кумыс, укрепляющий уход для всех типов волос. Огромные, конечно, банки вот эти, объем 500 мл у шампуня и 450 мл у бальзама. Но я, в принципе, люблю средства от Белиты. И тоже жду, когда же я наконец начну ими пользоваться. Итак, это вот все были средства, которые у меня имеются для волос. Конечно, здесь много шампуней от, например, от Avon, но я очень хочу ими пользоваться, хочу попробовать, что же будет. Так, дальше. Дальше мы переходим с вами к средством по уходу за телом, ну или покажу вам гели для душа. Первые два геля для душа — это серии Jardin du Monde от компании Фраше. Это гватемальский орех макадамии и астраханский арбуз. Гватемальский орех макадамии — мой самый-самый любимый, наверное, гель для душа вообще, в принципе, даже не только из Фраше, а вообще из всех известных мне гелей для душа. Очень приятный аромат, пахнет действительно каким-то орешком, каким-то, ну, в общем, очень вкусно пахнет. Я обожаю этот аромат, и очень хорошо он питает кожу тела. После принятия душа с этим гелем для душа не нужно кожу смягчать какими-то увлажняющими средствами. Вот его, так, астраханский арбуз я еще не пробовала, но надеюсь, тоже скоро его попробую. Сейчас тоже много открытых, в принципе, гелей для душа, и он тоже ждет своей очереди. Но аромат приятный из баночки. Так, дальше. Следующий, который стоит на очереди гель для душа, это вишневый конфитюр от компании Faberlic из серии Beauty Cafe. Сейчас я знаю, что видоизменилось, по-моему, в этой серии или нет, я ошибаюсь, или они просто выпустили другие какие-то серии. Но факт в том, что этот стоит у меня следующий на очереди по использованию, поскольку у компании Faberlic очень небольшие сроки годности, я постоянно их отслеживаю, чтобы, не дай бог, у меня какой-то продукт не испортился. Этот как раз вот уже скоро пойдет в использование. От компании Avon «Яркое солнце Калифорнии». Это лимитированная коллекция Avon Sense с витаминным комплексом, с ароматом розового грейпфрута и франжипани. Приятный тоже аромат имеет, но пока тоже не пользовалась. И не знаю, когда буду пользоваться, у Avon побольше сроки годности. Так, для мужчин вот такая вот бадья большая, вот «Энергия океана». Очень люблю этот аромат, мой муж тоже очень любит этот аромат. Мята и морская свежесть. Отличный летний освежающий, здоровский просто аромат. Тоже рекомендую, если вы не пробовали. Так, от Avon Planet Spa «Безмятежность Прованса». Это пена для ванн, очень маленькая, кстати, очень мало миллилитров. И эти пены, кстати, хуже по пенящимся способностям, чем обычные вот эти у них пены для ванн, которые в больших бутылках. Это я читала где-то, кстати, в отзывах. Эту я пока еще не пробовала. Так, вот такой вот набор. Тоже стоил, в принципе, недорого. Это шампунь Head & Shoulders. Шампунь против перхоти для мужчин. И, значит, с ним шел гель для душа в подарок, Old Spice. Ну, в общем, тоже пока стоит, ждет своей очереди. Когда придет эта очередь, я не знаю, пока после Сенсоса вот этого, наверное. Так, вот сюда уберем. Так, следующее, о чем мы будем говорить, это уход за лицом. Уход за лицом — у меня есть вот такие два кремика. Так, это компания Faberlic Eye Stream
кислородный решейпинг, антигравитация и объем дневной и ночной крем, здесь по 50 мл. Слышала противоречивые отзывы на эту серию, кто-то говорит, что это вообще никчемная серия, ничего она не делает, другие поют в принципе и дифирамбы, говорят, что в общем помогла с различными проблемами. Я пока еще не пользовалась. Если вы пробовали данные продукты, пожалуйста, напишите, каково ваше мнение по их качеству и свойствам. И тоже, скорее всего, скоро буду пользоваться, потому что уже у меня заканчивается мой крем для лица, опять же, от компании Faberlic. Господи, забыла, как называется. Ультраувлажнение. В общем, забыла я, как называется. Ну, тоже в пустых баночках потом покажу вам. От Avon. Крем для кожи вокруг глаз, вернее, это называется корректирующее средство от темных кругов под глазами. Вот и New Clinical. Здесь у нас 15 мл. Пока не пользовалась, но обычно я вот на такие средства от компании Avon особых каких-то не возлагаю надежд. И оно у меня особо не пользуется крем для кожи вокруг глаз от компании «Первое решение» доктор Канопкас. Очень хороший состав, натуральный, и слышала много хороших отзывов на данный продукт. От компании Avon двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Люблю вот такие двухфазные средства, поскольку они дополнительно, кроме основной своей функции, то есть снятия макияжа с глаз, еще и увлажняют кожу. От компании Faberlic из серии Ботаника тоник для лица и гель для умывания. Василек и гранат, свежесть и комфорт. Неплохие были средства от компании тоже Faberlic из серии Этноботаника. Потом они ее вот немножко видоизменили, но не знаю, я пока не пробовала. Отзывы, кстати, даже не читала. Следующее — это кремы для рук. Первый крем — это от компании Невская косметика. Крем для рук ромашково-глицериновый. Смягчает, увлажняет, успокаивает, регенерирует. Здесь в составе имеется глицерин, экстракт ромашки и вазелиновое масло. Ну, в общем-то, неплохой такой объем, небольшой достаточно. Здесь всего 50 мл. Надеюсь, израсходуется не очень долго. И я останусь им довольна. И Невский велюр, тоже крем для рук от Невской косметики. В составе оливковое масло, комплекс витаминов и альфа-бисоболол. Вот такой вот тоже кремик. И следующий крем для рук — это от компании, не знаю какая компания, называется крем Люр, наверное. Крем для рук питательный, устранение сухости для красоты ваших рук. Пока тоже не пользовалась, не открывала даже. Следующие средства — это средства по уходу за ногами. Они у меня все представлены из компании Avon. Первое — это вот такой футворк с ванильной ягодой, увлажняющий крем для ног с экстрактом красной смородины. Это лимитка, по-моему, этого лета. Но у меня ничего от нее не было. В общем, тоже будет интересно попробовать. Слышала неплохие отзывы, что очень приятно пахнет. Опять же, футворкс, бальзам для ног с минеральной морской солью. Тоже слышала хорошие отзывы, даже где-то, по-моему, я у кого-то в гостях была и пользовалась этим средством. Неплохой продукт. Крем от натоптышей от компании Avon, опять же, с альфа-гидрокислотой. Этот у меня был продукт, я им осталась довольна. Но если у вас какие-то проблемы есть с ногами, это натоптыши, например, или какие-то шелушения, то вряд ли он вам поможет. Но, в принципе, только на такие довольно беспроблемные ноги. Его нужно использовать для поддержания их красоты. И вот такой вот крем-эксфолиант с минеральной морской солью. По-моему, так он называется. Скраб для ног с минеральной морской солью, действительно. Неплохое средство. У меня как-то тоже был такой скрабик. Отлично очищает. И он такой, не сказать, что очень деликатный. Я люблю такие скрабы пожестче. Так, гель для бритья
от компании Avon Man. Основной уход 200 мл. Здесь очень хорошие вот эти гели. Муж сказал покупать только их и ничего больше. И мы действительно покупаем теперь только их уже на протяжении длительного периода времени, как я зарегистрировалась в компании Avon и как я первый раз приобрела этот гель, так мы и покупаем его. У нас их две банки в запасах. И всегда должны быть они в запасах. Так. Еще забыла показать вот такой вот шампунь. Да, кстати, шампунь только для настоящих мужчин. Ярость Тигра, шампунь энергетик для волос и тела, да, от компании Natura Siberica. Тоже покупала для мужа, но пока стоит он им. В общем, я пока не доставала ему его. Сейчас он добивает тоже все свои открытые шампуни. Но у мужчин волосы короче, как правило, чем у женщин. И у них, конечно, расходуется все гораздо-гораздо дольше. Также для мужа у меня вот такой вот еще стоит от компании Avon. Это парфюмированный гель для душа Avon Luck. Покупали мы его как-то в наборе с туалетной водичкой. Кстати, вот этой тоже от Avon Luck. У нас она тоже всегда есть в запасе, потому что он сказал только покупать ее и ничего более. Я ему приобретала другие более дорогие продукты, парфюмированные именно туалетные воды. И в Литуаль приобретала ему, но нет, ему нужно только эту и все. Так, ну и последнее средство, которое хотела показать, это мыло для кухни, устраняющее запахи с цветочным пряным ароматом. Пока стоит в запасах. Вообще люблю вот эти мыло, устраняющие запахи. Они действительно отлично устраняют запах любой, и рыбы, и чеснока, и лука, и любые, в общем, запахи, которые встречаются на кухне специфические. Все отлично удаляет и оставляет после себя такой едва уловимый аромат. Ну вот сейчас у меня цветочный аромат в использовании находится. На руках оставляет приятный аромат. На посуде, ну, я не замечала, чтобы оставался какой-то аромат. Так, вот такой у меня получился такое видео о своих запасиках. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.